Привет всем! Вы на канале World of MP, и сегодня я вам расскажу о своей поездке на концерт Slayer, Obituary, Anthrax и Lamb of God, которые я не особо хотел видеть. Концерт состоялся 23 ноября в городе Вена, Австрия, в огромном концертном зале, который вмещается 20-25 тысяч человек. Кстати, у группы это вышло сделать. Билеты можно было купить на трибунах, то есть сидя смотреть концерт. Потом была первая фан-зона перед сценой и вторая. Мы купили билеты во вторую фанку, так как банально там в первые же дни разлетелись все билеты с первой фан-зоны. Билет в эту фан-зону нам обошелся в 53 евро, то есть билет стоил 50 евро и 3 евро за какую-то там комиссию. Многие уже, наверное, знают, что я не особый фанат группы Slayer. Но так как в этот тур были заявлены еще Obituary и Anthrax, это меня сподвигло, конечно же, посетить этот концерт. Ну и, конечно же, прощальный тур Slayer. То есть вдруг мне когда-то Slayer очень понравится, а я вот так раз и упустил момент, а потом буду кусать локти. Кстати, хочу еще отметить, что организация концерта была очень хорошая. То есть была длинная очередь и очень быстро все зашли. То есть никто не мерз, никто долго не ждал. То есть быстренько всех проверили. Пустили. Нашим бы оргам так научиться. Перед самым концертом мы подошли к лавке с мерчем и, конечно же, были дико шокированы от цен. То есть за футболку Anthrax, Obituary просят 35 евро. Даже Iron Maiden продают по 30 евро. Ладно, там Slayer зажирается, там последний тур, там надо еще бабосиков скосить перед концом. Но Obituary и Anthrax 35 евро за футболку, вы серьезно? Даже наши знакомые венгры тоже возмущались, типа, what the fuck, что так дорого? Еще один момент, который меня сильно расстроил, это Running Order Group. Как-то это странно все выходит, так как открывали концерт Obituary, легенды дэт-метала, потом после них были Anthrax, это, можно сказать, пионеры трэш-метала, культовая группа, которая там играет больше 30 лет, и потом только Lamb of God. То есть я как бы чувствую какую-то несправедливость, но такие правила сегодняшнего бизнеса. Ладно, перейдем к концерту, то есть, как вы уже поняли, концерт открывали Obituary. Братья Тарди, конечно же, творят чудеса, то есть звук, подача, кач, все это присутствовало у группы Obituary. Еще очень хочу отметить убойную игру, а также звук ударника группы Obituary. То есть, по моему мнению, его все же звук барабанов был самым лучшим среди остальных групп. Ну и, конечно же, вокал Тарди — это просто нечто, это такой рев. На данный момент группа находится в очень хорошей форме. Единственное, что мне не понравилось, это, конечно же, короткий сет. Ну это понятно почему, так как они группа разогрева, это раз. Два — это то, что они не сыграли песню «I don't care», это моя любимая. Хотя они, кстати, перед этими всеми концертами ее играли, я смотрел на сайте сет-лист. Вот такая обида. Но я думаю, что я это все компенсирую потом, когда они приедут с полной программой там, в Будапешт, Вену или, там, например, даже в Прагу. И тогда я смогу полноценно оценить творчество группы. Следующие были Anthrax, которых я ждал больше всех. Это, кстати, моя любимая группа с большой четверки. Да, не кидайте мне там яйца, помидоры, но это правда.
Концерт они начали очень странно, то есть проиграла полностью песня Iron Maiden Number of the Beast, а потом, когда группа вышла на сцену, они сыграли кусок Пантеры Cowboys from Hell. Конечно, что мне не очень понравилось. На сцене Anthrax смотрелись лучше всех с этих четырех групп. Так как понятно, Скотт Йен, Фрэнк Белло. Группа очень даже ураганно смотрится на сцене. Опять же, одна из тех же претензий – это сет-лист. Он очень странный. То есть они примерно играли 8 песен, и из них 2 кавера. То есть на God the Time и на Antisocial. Окей. God the Time, понятно, это один из лучших хитов Антракса, даже несмотря на то, что это кавер. Но Antisocial, зачем он? Как-то странно выходит, то есть группа играет 2 кавера с 8 песен, но не играет свой один из лучших хитов I Am The Law. Зачем так? Разочаровывать меня. Меня, кстати, этот факт сильно очень зацепил, так как это моя любимая песня Anthrax. То есть они всегда ее играют, а здесь не сыграли. Вот уже вторая группа динамит мои любимые песни в своих концертных сет-листах. В общем, к Anthrax'у претензий, кроме сет-листа, нет. То есть группа реально тоже в хорошей форме, мне очень понравилось. И, конечно же, как с Obituary, я в будущем буду стараться попасть на полноценный концерт Anthrax. После Anthrax вышли группа Lamb of God. Про нее я особо ничего не буду рассказывать, так как я на дух не переношу эту пантероподобную музыку. Но скажу честно, группа на сцене смотрится вполне неплохо. Играет профно, качественно, то есть к этому претензий нет. Просто мой музыкальный вкус не совпадает с музыкой этой группы, поэтому я так и отношусь к ней. И самое обидное, что с зала не выйдешь, ибо после них будут Slayer. А если ты выйдешь из зала, то потом будешь стоять в самом конце. Да, пришлось слушать это все. И конечно же, после всех этих мучений с Lamb of God появились на сцене главные герои вечера. Первое, что меня отправило в нокдаун, это, конечно же, начало шоу. То есть вот посмотрите, что происходило. Я думал, что Iron Maiden – это вышка шоу, оказалось, совсем нет. Slayer настолько заморочились с этими голограммами, огнями, светом, что просто тебя не оставляет равнодушным. Еще мне очень понравился баннер с обложкой последнего альбома. Он смотрелся просто дико адово. Звук на Slayer был очень классный, то есть не совсем громкий, читаемый, то есть тебя сразу с ног валило. Конечно же, классика любого концерта Slayer — это осатаневшие фанаты, которые устраивают давку. Там началась такая адовая бойня, что чуть две фан-зоны не слились в одну. Как я ранее говорил, я хоть и не фанат Slayer, но вживую они просто разрывают, то есть они берут тебя и заставляют. Ты должен полюбить нас, ибо Господь тебя ненавидит. А вот сет-лист Slayer меня полностью устраивал, так он был на любой вкус, то есть почти с каждого альбома были песни. Конечно же, хотелось бы услышать еще Antichrist, Reborn или, там, например, Kill Again. Но и на этом спасибо. То есть были все боевики Mandatory Suicide, Dead Man's Skin, Angel of Death, Rain Blood. Конечно же, куда же без Black Magic. То есть сет-лист был приемлемый для всех фанатов Slayer. То есть для старых, для новых. Что я вам напоследок скажу. Концерт меня полностью порвал. То есть мне понравились все группы, кроме Lamb of God, так как я их не фанат. То есть если у вас будет возможность посетить такое мероприятие, бегите, покупайте билеты сразу. Особенно лучше покупайте фанку первую, или если вы там такой занудный чувачочек, можете купить на трибунах и сидя смотреть. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим большие пальцы. See ya!